Ежедневно на территории Ленинского городского округа контролеры выявляют не только безбилетных пассажиров, но и тех, кто расплачивается за проезд наличными либо денежным переводом. Это нарушение законодательства не только для пассажира, но и для водителя. Такие действия будут являться основанием для привлечения их к административной ответственности. Штрафные санкции пассажирам за безбилетный проезд 1000 рублей. Водителю за то, что он принимает наличные средства, штраф 5000 рублей. Административно-пассажирская инспекция, подготовьте, пожалуйста, карты, которыми оплачивали свой проезд. Напомним, что оплачивать проезд необходимо при входе в салон общественного транспорта только через специальное устройство «Валидатор», которое расположено около дверей. На бесплатный проезд имеют право те граждане, у которых есть льготы от государства, а также дети до 5 лет.